Здравствуйте. Хочу поделиться, как можно перезаделать шланг высокого давления на мойке высокого давления. Значит, ну, это у меня была мойка высокого давления китайская. На ней у меня сгорел насос. Ну, я немного переделал, сделал станину, поставил двигатель от насоса. Значит, ну, у меня такая потом со временем возникла проблема. У меня сам шланг высокого давления переломился на выходе. Значит, что я сделал? Ну, так как цена его сейчас порядка 600 гривен, я решил попробовать перезаделать его сам. Я срезал рукоять, добрался до самого ерша, срезал заделку, которая была опрессована. И у меня получился здесь 3-сантиметровый ерш. Значит, на ерш я натянул сам шланг, обрезав, натянул шланг. Пробовал я зажимать обыкновенными хомутами, но они вообще не держат. Вода ссыт во все стороны, срывает. Значит, как я вышел из положения? Я намотал 3 слоя обыкновенной рыбацкой леской. Вот, 3-4 слоя. И заделка, вот порядка уже полгода мойка у меня высокого давления, это работает. Вот так вот. Ну, за просмотр спасибо.